аппарат, видеорегистратор компании Janson Certec, который у нас идет на зеркало. Это самое доступное зеркало с 3G, то есть сим-картой. Называется E515. Давайте посмотрим сначала на комплектацию. Гарантийный талон. В комплектацию всех зеркал обязательно идет вот такая вот камера. Это во всех зеркалах камера заднего вида. В комплекте также идет у нас GPS антенна, крепление, чтобы крепить на установленное зеркало, и прикуриватель, зарядное устройство. Для данного устройства оно у нас 2,5 ампера. Инструкция, мануал. Мануал на английском языке, бывает еще на русском языке. Что собой представляет данное зеркало? Оно достаточно большое, имеет зеркальную поверхность для отражения. Также данное зеркало у нас здесь есть камера с регулируемым коленом, динамик. Внизу находится у нас микрофон, кнопка Reset и кнопка включения внизу. Сверху у нас находится разъем мини-USB для подключения, GPS антенну подключить, вставить сим-карту, подключить карту памяти, в данном случае микро, и подключить камеру. Сейчас мы подключим, сразу посмотрим, что оно собой представляет, данное зеркало. И вот сразу, как только мы включили, происходит запуск системы навигации. Кстати, многие не могут подключить данное устройство к компьютеру, но для этого есть небольшие секреты, о которых мы расскажем. Данное устройство имеет специальное инженерное меню. Это инженерное меню на китайском и английских языках. Но как туда зайти, мы уже немножко намекнули в предыдущих видео, где рассказали, как поменять язык. Теперь расскажем еще больше возможностей, используя данное устройство. Итак, все устройства Janson не обязательно русифицированы. Если у вас не пришел русский язык, это не значит, что там его нет. Просто вы не знаете, как его включить. Как это сделать, кстати, смотрите в ссылке в конце видео. Предыдущее видео об этом было снято. Так, что стандартное? Ну, это Android. На Android есть все, что необходимо. Мы устанавливаем Navitel, навигацию для Украины. И она работает в Украине. Также вам можно добавить карты России. Все это зависит от региона. Нужно включать разные элементы. Есть Play Market, есть GPS встроенный, есть возможность работы камеры. Чего нет в этой, здесь работает 3G, возможность раздачи. То есть по настройке мы можем раздавать данные модели. Есть возможность входа в дополнительные настройки. Вот возможность входа дополнительной настройки позволяет включить Wi-Fi и там всякие элементы, в том числе и сделать восстановление сброс, язык и так далее. Но это стандартное меню для Android. Что здесь еще есть у нас? Есть управление DVR-помощником. Вот это с помощью устройства вашего смартфона вы можете синхронизироваться. И используйте как GPS-трекера, также заходите следить за происходящим. Также вы можете подключить функции автовыключения, защита, то есть чтобы он тух сам во время съемки, либо вообще не тух. Защита карты, лог блокирования этих файлов. То есть то, что можно сделать. Управление звуком. Так как здесь находится еще специальное покрытие, это стекло с отражателем, нужно учитывать, что сенсор не будет так четко реагировать, бо сенсор сам находится под этим стеклом, как бы это стекло зеркало, чтобы можно было использовать ее как обычное зеркало. Так, что еще здесь из того, что FM-передатчик, интересная функция. Данная функция, она должна быть все время нажата открыть. Если вы ее нажимаете вот так вот, то он выбирает конкретную частоту, вам нужно выбрать на своей магнитоле эту частоту и будет играть на нее. Но при этом звук устройства отключается. Не забываем отключать, иначе динамик сразу перестанет работать. Сама камера находится у нас с этой стороны, можно регулировать, я говорил. Также, если у вас будет подключена внешняя камера, сейчас попробуем ее подключить. Об
обратим внимание, что устройство камеры необычное. Питание этих камер идет от самого устройства. И важен именно вот этот вот переходник. Другую камеру вы не поставите. Подключаем камеру. Заходим еще раз. Появилась вот камера заднего вида. Вот она сейчас лежит. Можно на нее посмотреть. Камера заднего вида, она слабенькая, 2 мегапикселя, но это достаточно для того, чтобы увидеть все, что необходимо. И улучшать ее, я считаю, не нужно. Она пишет одновременно на обе камеры. И все работает параллельно. Можете также включить две камеры. И менять эти камеры можно местами. То есть, в принципе, подключение на вот этот красный провод питания нет необходимости. Вы просто всегда можете видеть и с помощью нажатия пальца видеть, что происходит сзади. И работать между камерами. GPS-навигация в данном случае стоит на Vitel, но так как это Play Market и это Android, вы можете поставить любую навигацию, любую программу и работать с ней. Также присутствует возможность установки YouTube, видео, там разных Migogo и тому подобное, то есть просматривать в дальнейшем. Вот такое устройство, а в следующем видео об этих видеорегистраторах мы расскажем о том, какие секреты есть в данных устройствах и что позволит вам его улучшить. Но нужно быть осторожным, потому что если вы сделаете что-то не так, то вы можете испортить свое устройство. А что касается этого устройства, то это доступное устройство с такими функциями, которое объединяет в себе как минимум 4 разных устройства. Идеально для работы в такси, а также для людей, которые хотят видеть в автомобиле больше, кроме средства передвижения.